Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить домашний майонез, который состоит всего лишь из двух продуктов – растительного рафинированного масла и молока. Специи мы добавляем по вкусу. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. Для майонеза нам нужны будут следующие продукты. 70 мл молока, 140 мл растительного рафинированного масла, 1/3 чайной ложки соли, 1/3 чайной ложки сахара, 0,5 чайной ложки горчицы и 1 чайная ложка уксуса. Уксус можно заменить лимонным соком. Главное правило приготовления этого майонеза – все продукты должны быть комнатной температуры. Этот майонез – находка для тех, кто не употребляет в пищу яйца, кому, возможно, по состоянию здоровья нельзя употреблять, у кого аллергия или просто вегетарианцам. Если молоко заменить соевым молоком, то этот майонез можно употреблять в пищу и в пост. Смешали растительное масло и молоко. Теперь я использую погружной блендер и взбиваю массу 1 минуту. Масса сразу же начинает густеть. Хочу вам сказать, что минута – это даже много. Буквально 30 секунд, и я получаю густой майонез. Теперь мы добавляем к майонезу горчицу, 1/3 сахара чайной ложки, 1/3 чайной ложки соли и добавляю чайную ложку уксуса. И снова все хорошо перемешиваем. Не прошло и 2 минут, мы получили домашний майонез. Сейчас посмотрим на вес. Что вот у нас здесь получилось? Майонез густой, однородный. Можно к майонезу добавить чеснок, зелень. Даже можно добавить сыр и получить сырный соус. Ваша фантазия. А главное, это натурально, без всяких добавок и очень вкусно. Конечно, майонез, когда мы готовим с яйцом, он получается, на мой вкус, жирнее. И немножко, но это просто на мой вкус, вкуснее. Но для тех, у кого нет выбора и кто, например, хочет приготовить майонез там, или сидит на диете, или еще по каким-то личным проблемам, по состоянию здоровья, это идеальный вариант. 160 граммов у нас получилось домашнего майонеза. Майонез без яиц готов. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!